Добрый день, друзья! А вот здесь у нас два стихотворения, и оба они называются «Подарок маме». Только одно стихотворение написала Татьяна Волгина, а другое – Андрей Усачев. Итак, какой же подарок можно маме подарить? Выучить стихотворение? А что же еще? «Сорвала я в поле цветок голубой, принесла в подарок маме дорогой. Я его на платье маме приколю. Больше всех на свете маму я люблю». А теперь следующее такое же стихотворение «Подарок маме». «Подарок мамочке готов. Большой-большой букет цветов. Я рисовал его полдня. Ну, поцелуй скорее меня». Смотрите, можно цветочек подарить маме. Или нарисовать букет цветов. Или просто выучить стихотворение и рассказать. И мама, и бабушка все будут очень рады. Всего вам доброго. До свидания.